Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо вам за интерес к предыдущему сообщению, к предыдущему вебинару. И сегодня мы продолжаем с вами рассуждать на тему, что же надо назначить, что можно назначить пациенту с сахарным диабетом второго типа и хронической сердечной недостаточностью для того, чтобы нормализовать у него уровень глюкозы. И в прошлый раз мы с вами говорили, что первая группа препаратов, к которой мы должны обратиться, это ингибиторы SGLT2 или глифлозин. Итак, это мы назначили. Но необходимого уровня глюкозы в крови мы не достигли. Какие следующие препараты у нас на этом пути? И первый из них, конечно же, метформин. Класс доказательности 2А. Итак, метформин относится к группе бигуанидинов. Он снижает концентрацию глюкозы в крови путем угнетения образования глюкозы в печени. У больного с сахарным диабетом второго типа скорость глюконеогенеза в 3 раза выше, чем у здоровых пациентов. Метформин снижает этот показатель более чем на 1/3. То есть это лекарство, которое действует на уровне печени. А вот в углу вы видите Galego officinalis, такой вот красивый-красивый цветочек. Собственно, он и лег в основу вот этого класса лекарств, бигуанидов. Так что вот такой нежный цветок оказался очень полезным для нашего здоровья. Ну, сам по механизму действия метформин активизирует АМФ, активируемую протеинкиназу. Это фермент печени, который играет важную роль в инсулиновой сигнализации, во всем энергетическом балансе организма и метаболизме глюкозов и жиров. И если смотреть просто вот на пациента с сахарным диабетом без сердечной недостаточности, то, конечно, первым препаратом назначения в этой ситуации всегда был и остается метформин. Но мы сегодня с вами разбираем пациента, которого с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом второго типа. Поэтому первым препаратом сахароснижающим и от сердечной недостаточности у нас стали глифлозины, а вторым или же первым метформин. Что нам говорят рекомендации? Рекомендации нам говорят, что метформин следует рассматривать для сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Почему такая аккуратная формулировка? Потому что еще точно не доказана его польза у пациентов с сердечной недостаточностью, но зато четко известно, что он не навредит. Поэтому такая формулировка, что следует рассматривать. Что дальше? Какие же следующие препараты? Итак, глифлозины, дальше метформин, инсулины. По своей, еще раз, мы обсуждаем назначение сахароснижающей терапии пациенту с сахарным диабетом второго типа и сердечной недостаточностью. Итак, начали с глифлозинов, но не достигли целевого уровня, добавили метформин. По какой-то причине этот препарат, предположим, не подошел. Целевого уровня мы не назначили, еще что не достигли. Что мы можем еще рассмотреть из сахароснижающих препаратов, которые не ухудшат состояние сердечно-сосудистой системы, не ухудшат? Это инсулины. Вообще на инсулины при сахарном диабете второго типа переходят в острых ситуациях. При коме, почечной недостаточности, резком снижении массы тела, сердечно-сосудистых осложнениях, инфаркт миокарда, гангрена, острый коронарный синдром, синдром диабетической стопы, беременность, лактация, декомпенсация. То есть любые обострения, любые острые ситуации приводят к тому, что пациенты переводят на инсулины и какое-то время корректируют его состояние с помощью коротко- или среднедействующих инсулинов. Это удобно, потому что можно быстро реагировать на ситуацию, которая и так осложнена каким-либо другим заболеванием.
И плюс мы абсолютно уверены, что инсулины не окажут отрицательного действия, не ухудшат течение другого сердечно-сосудистого заболевания. Что говорят рекомендации? Базальные инсулины, гларгин и деглутек, нейтрально влияют на риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Их следует рассматривать для сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа, находящихся в группе риска или с сердечной недостаточностью. Отдельно про острокоронарный синдром. Контроль уровня гликемии с помощью инсулина показан больным с острым коронарным синдромом и выраженной гипергликемией до уровня глюкозы, который соответствует состоянию пациента. В общем, все, что мы с вами обсуждали, все записано в рекомендации. Какие еще группы препаратов, которые можно применить в дополнение к глифлозинам, для снижения достижения целевого уровня по сахару в крови? Это группа глиптинов. Ситоглиптин и линоглиптин. Класс доказательности 2А. Но вот здесь нужно сконцентрироваться именно на этих двух препаратах. Сейчас вы поймете почему. Механизм их действия. Вообще они считаются по механизму действиями ингибиторами дипептидилпептидаза 4. И они увеличивают чувствительность клеток поджелудочной железы, производят глюкозозависимую стимуляцию секреции инсулина, глюкозозависимое снижение секреции глюкагона. Помните, мы вчера с вами обсуждали, что именно такие процессы происходят при сахарном диабете в поджелудочной железе. И, кроме того, они действуют и на снижение продукции глюкозы печени, то есть частично берут на себя эффект метформина. Вот такое вот двухнаправленное действие. Это группа глиптинов, ситоглиптин, линоглиптин, но препараты вы видите на экране, которые соответствуют этим названиям. Что про эти препараты нам говорят рекомендации? Они говорят, что ингибиторы дипептидилпептидаза 4 оказывают нейтральное влияние на риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Их следует рассматривать для применения сахароснижающей терапии у больных с сахарным диабетом, находящихся в группе риска или у больных с сердечной недостаточностью. И это все относится к двум препаратам этой группы – ситоглиптин и линоглиптин. А вот про ингибитор ДППП-4 саксоглиптин рекомендации говорят, что он не рекомендуется для сахароснижающей терапии у пациентов с риском возникновения сердечной недостаточности. Вы видите, 3 на экране выделено красным, это значит не рекомендован. Вот саксоглиптин из этой группы оказался препаратом, который не надо применять у больных с сердечной недостаточностью или с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какая еще группа есть, которую можно использовать для сахароснижающей терапии у больных с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом второго типа? Это группа агонистов рецепторов глюкагона подобного пептида 1. Агонисты рецепторов глюкагона подобного пептида 1 оказывают глюкозозависимую стимуляцию секреции инсулина, уже похожий механизм действия, глюкозозависимое снижение секреции глюкагона, снижение продукции глюкозы печенью, только что мы с вами говорили о глиптинах, что они делают все то же самое, плюс они еще замедляют опорожнение желудка, чем способствует снижению веса. В общем, препараты обладают таким многонаправленным действием, которое не оказывает отрицательного влияния и даже оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Единственный минус этих препаратов – это в том, что это инъекции. Они подкожные, для подкожных инъекций. Вот вы видите тюбики на экране. Это достаточно осложняет их применение. Но исследования говорят о том, что перспективы применения этих препаратов достаточно хороши. Вы видите результаты исследования агонистов рецепторов глюкагона подобного пептида 1.
И все они, вот вы видите различные виды на экране этих глютидов, да, все они заканчиваются на глютид, и все они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Что нам говорят рекомендации? Рекомендации нам говорят, что лироглютид, семаглютид, дилоглютид рекомендованы пациентам с сахарным диабетом второго типа и ассоциированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким или очень высоким риском для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. То есть их механизм действия таков, что они еще и отодвигают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И также, как мы говорили про глифлозины, и с них можно было бы и начинать лечение у пациентов с сердечной недостаточностью. Лироглютид рекомендован пациентам с сахарным диабетом второго типа и ассоциированным сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким или очень высоким риском для снижения риска смерти. То есть однозначно показано, что эти препараты продлевают жизнь при назначении. Ну вот единственное такое, ну два у них не очень хороших свойства, это их цена и то, что их надо вводить подкожно. А по механизму действия, по своей эффективности, конечно, это очень-очень перспективная группа. Так что, если все, что мы с вами говорили на нашем предыдущем вебинаре и на сегодняшних, мы сведем в одну табличку, вот, то мы увидим, что для снижения прогрессирования сердечной недостаточности у пациентов с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом второго типа первой группой препаратов, которые назначаются, являются SGLT2 ингибиторы. Далее, для улучшения контроля глюкозы мы можем применять 4 группы препаратов. Это агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1, это ситаглептин и линоглептин, не ухудшают состояние, метформин не ухудшает состояние, инсулины не ухудшают состояние. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 улучшают, да, то есть у них положительный. Что нельзя? Глюкозоснижающие препараты, стимулирующие прогрессирование сердечной недостаточности у пациентов сахарного диабета второго типа. Два препарата – пиоглитазон и саксаглептин. Ну, саксаглептин мы уже с вами разобрали. Давайте посмотрим, что такое пиоглитазон, к чему он относится. Пиоглитазон относится к группе диазолитиндионов. Он снижает инсулинорезистентность мышечной и жировой ткани. Снижение продукции глюкозы печени, нормализует липидный профиль. Ну, вы видите название препаратов, которые относятся к этой группе. Побочные эффекты – набор веса, развитие периферических отеков и прогрессирование сердечной недостаточности. Именно поэтому кардиологи не должны брать эти препараты в свой арсенал. Противопоказания – беременность, лактация, повышение трансаминаз. Не рекомендуется их сочетание с инсулином. Так что вот эту группу оставьте чисто для эндокринологов у пациентов, у которых никак не задействована сердечно-сосудистая система. Ну, рекомендации нам все это подтверждают. И то, что мы с вами обсудили, уже написано в рекомендациях. Вот красненьким выделено, что не рекомендовано, не рекомендовано. И вот этих групп сахароснижающих препаратов, собственно, мы с вами должны, как кардиологи и врачи общей практики, избегать. Ну, а мне осталось добавить, что у больных сердечной недостаточностью и сахарным диабетом нужно не забывать периодически проводить диагностические тесты. Рекомендовано с уровнем, с классом достоверности 1, 12-канальное ЭКГ, транстаракальная эхокардиография, рентгенография грудной клетки, регулярные анализы крови на сопутствующие заболевания, включая полный анализ крови на мочевину, креатинин, электролиты, функцию щитовидной железы, липиды, статус железа. Все вот эти данные позволяют нам следить за состоянием пациентов и вовремя вводить коррекцию. Но еще раз напомню, диагностические алгоритмы сердечной недостаточности при сахарном диабете, ну, могут быть какие-то симптомы или изменения на ЭКГ.
Дальше нужно необходимо взять уровень натриуретических пептидов, и если он превышает 125 или 35, соответственно, ну, вы видите на экране, значит, это уже абсолютное доказательство формирующейся сердечной недостаточности. Дальше пациенту делается эхокардиография, на которой определяется фракция выброса. И тогда уже определяется фенотип сердечной недостаточности с пониженной фракцией выброса, сохраненной фракцией выброса 41-49 или нормальной фракцией выброса больше 50. Но основные критерии лечения по фенотипам не различаются. И глифлозином, который мы только что подробно разобрали, прибавляются бета-блокаторы. Исследования говорят о том, что они снижают риск госпитализации сердечно-сосудистой смерти, применяемой при сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса. Агонисты минералокортикоидных рецепторов снижают риск госпитализации сердечно-сосудистой смерти А1, уровень доказательства. И сакубитрил-вальсартан или ингибитор АПФ или АРА снижают риск госпитализации сердечно-сосудистой смерти. Все вот четыре, это таких четыре коня, четыре основные группы препаратов. Первый – это глифлозины, которым была посвящена предыдущий вебинар, предыдущее сообщение. А еще базовые бета-блокаторы, ингибиторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Для снижения смертности рекомендована интенсивная стратегия назначения всех четырех групп с быстрой титрацией до максимально переносимых доз в течение 6 недель после первой госпитализации по поводу сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса. Такие рекомендации дают нам европейские рекомендации, принятые в 2023 году, то есть вот совсем-совсем недавно, по лечению пациентов с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса и сахарным диабетом второго типа. Огромное спасибо вам за внимание. Понимаю, что материал был сложный, но в него надо вникать, потому что это будущее. Это будущее, это течение жизни в правильном направлении, когда мы уже можем контролировать и свою жизнь, и жизнь наших пациентов, и увеличить ее продолжительность значимо. Спасибо вам за внимание, жду ваши вопросы и до новых встреч!